Здесь перед вами 5 колод. И у меня для вас 5 будет предсказаний на тему, что вам по судьбе, какие перемены на пороге. Я буду раскладывать для вас вот это таро белых котов, цыганский оракул, сибилы итальянский, таро Ленорман и вот эти мои новые карты Ленорман. Давайте будем с вами работать. Я буду для вас работать, конечно. Позвольте мне для вас быть тарологом. Буду вытаскивать несколько карт из каждой колоды. А вам я предлагаю устроиться поудобнее, так, чтобы вам было приятно провести со мной время. Потому что на самом деле, когда нам приятно провести время с другом, тогда открываются небеса. Открываются небеса, нам везет. У нас все в жизни получается. Мы становимся счастливее. Потому что ничего нет дороже общения. Общение – это настоящее золото. Не зря в астрологии всегда Гермес, посланник общения, как Меркурий, да, он всегда золотой. Поэтому для меня это огромная радость с вами общаться и посмотреть для вас будущее, для моих постоянных друзей и новых подписчиков. А хочу сказать, что благодарю вас за лайки, за донаты, благодарю вас за дружбу. Это очень приятно нам дружить с вами. Я очень радуюсь, когда могу выйти на связь и посмотреть ваше будущее. Таро белых котов. Кот – это интуитивная субстанция, это энергия интуиции, это энергия радости, атлетизма, это все присуще котам. А также кот, он связывает миры, космический мир, земной мир. Даже я иногда чувствую, что можно делать ченнелинг с котами, у них есть особенное место в галактиках, но там они не коты, там они энергия. Ну вот белые коты, эти карты, это таро-карты, но они покажут вам, что вам по судьбе, какие перемены на пороге. Вытащим вначале несколько карт из колоды белые коты. Смотрите, у вас будет много работы. Эта карта не только конкуренции, конечно, семерка жезлов, да, это хорошая новость, что касательно конкуренции. Ваши конкуренты все остаются позади, они до вас не дотягивают. Вы сильнее, вы смелее, вы профессиональнее, вы умнее. И поэтому победа будет за вами. Если кто-то имеет проблему с конкуренцией, нечестной конкуренцией, потому что честная конкуренция – это очень хорошо. Честная конкуренция, здоровая конкуренция позволяет людям в любой профессии, наоборот, становиться все талантливее и достигать новых вершин. Потому что каждый человек уникален. В любом случае конкуренции конкурент не может сделать так, как вы. Ни в коем случае, никогда. Ну а если у вас есть нездоровые конкуренты, это те, которые пытаются очернить вас и как бы подняться на том, чтобы вас топить. Такие конкуренты, к сожалению, больные очень ментально люди, есть в любой профессии. Но вы выше их всех. Вы их всех победили. Им с вами не по плечу. Абсолютно. Я буду брать еще карты в этой колоде. Иерофант. Вот эта карта еще раз подчеркивает то, что вы самый сильный человек в своей профессии. Самый сильный человек. Очень умный, образованный. Деньги у вас будут, конечно. Будут деньги. Это паж Пентаклей. Вы будете богаты, вы будете счастливы. У вас будут какие-то новые знания открываться, новая интуиция. Будете приобретать новую интуицию и будете очень счастливы. Замечательный иерофант говорит о том, что люди будут приходить к вам за советом. Вы можете быть консультантом у кого-то. Девочки, я назначила только прямые, но раз вышла перевернутая, я ее тоже вам прочту. Но вначале прямая. Стабильное денежное положение вас ожидает. У вас будет денег достаточно на то, что вы давно для себя мечтали получить. Эта карта говорит, что для некоторых девочек нужно будет немножко подождать и поработать над этим. Но то, что стабильность придет, это 100%. Еще будем брать, конечно, да. И здесь выходит карта умеренность, а это карта фокуса, концентрации внимания. Концентрируйтесь на том, что вы делаете.
Не думайте о конкурентах, забудьте вообще о них. Они вам не помеха. Потому что если они чернят вас в глазах других людей, они, конечно, показывают свое лицо, и люди видят их, и видят их нездоровое отношение к жизни и ментальные проблемы. Люди больные. Не обращайте на них внимания. Здоровая конкуренция – это хорошо. И у вас есть такие люди, коллеги. С ними взаимодействуйте. А с больными людьми не обращайте на них внимания. Потому что карта умеренность говорит, держите фокус на том, что вы делаете. И у вас все будет получаться обязательно. Вы будете очень богаты. Вы получите деньги за свою работу даже больше, чем вы рассчитывали. Потому что люди оценят вашу работу по достоинству. Перевернуто я вначале такое прочту, потому что я назначала только прямые. Некоторые могут выйти и перевернутые, конечно. Это девятка жезлов. Это когда, в общем-то, у вас все хорошо, но где-то в какой-то сфере вашей жизни вы теряете энергию. Если эта карта перевернутая, она может означать, что на вас есть какой-то негатив. Но если посмотреть внимательно на эту карту, вы видите, что из 9 жезлов все ровненькие, все аккуратные, все здоровые, так какие жезлы. Один жезл, вы ухватились за него, потому что где-то в какой-то сфере вашей жизни, вы сами знаете, в какой, девочки, на вас может есть негатив. Все-таки есть такие люди, что даже заказывают у колдунов до такой степени у них какое-то ментальное заболевание, да, что они идут даже на такие гадости. Но мы посмотрим, что это означает все. У них ничего не получится, карта перевернутая вышла. Все эти заказы колдунов, они напрасны. Колдуны будут наказаны. Это вся эта гадость. Вселенная ее не принимает, девочки. Это карта справедливость, и она перевернутая. Она означает, что все недоброжелатели, все колдуны, все, кто посылал вам порчу, сглаз, какое-то проклятие, вся эта гадость, вся эта вот ненужная никому грязь, она вернется обраткой к тому, кто это посылал. А вы не должны волноваться об этом. Обратку, девочки, посылают высшие силы бумерангом. Потому что что посеял, то пожнешь. Это закон Вселенной, и он работает. По этой причине вы вообще не должны волноваться и ни о чем переживать. Я еще раз просуммирую этот расклад перед тем, как переходить на другой, и скажу, что у вас будет стабильность, деньги. Здесь в основном о работе был расклад, да? Вы будете держать фокус на том, что работает, на себе, на том, чтобы получать от работы удовольствие и доставлять людям тот продукт, самый высококачественный в вашей области, и у вас не будет равных вам. Вы будете очень хорошо зарабатывать, вы будете богаты. А также, если кто-то посылал вам негативы, я здесь объяснила, он будет получать обратку, и это абсолютно автоматически делают высшие силы, потому что высшие силы возвращают людям то, что они послали другим. Знаете зачем? Чтобы человек мог, если он что-то плохое послал, сам справиться с этим, потому что высшие силы любят всех, и даже грешников. По этой причине им посылают их же ге, чтобы они могли разобраться с этим, ведь только человек сам может себе убрать это свое ге, да? Вот по этой причине. Так что не волнуйтесь об этом. Очень хороший расклад на белых котах получился. Теперь я буду переходить на следующую колоду, цыганский оракул. Нам оракул будет говорить сегодня спонтанное предсказание. Нам карты будут сами говорить, о чем будет речь. Да? Эти карты как младшие арканы Таро. Они очень говорящие. Это игральные, цыганские. Я знаю, что игральные карты, они очень сильно предсказывают. Просто по существу сильно и доступно всем. Поэтому эти цыганские очень мощные. Давайте будем смотреть. Первую карту вытаскиваю для вас. Это карта любви. Аисты. Полинорман – это улучшение жизненного положения. То есть аисты – это положительные перемены в личной жизни. Вы будете очень счастливы в любви. Но я вижу тоже по семерке, что у некоторых, кто меня смотрит, слушателей, может, какие-то были сложности в домашних делах. Это может быть ваш дом нуждается или в ремонте, или же вы сейчас находитесь в состоянии переезда, не знаете, что вам дальше делать. Семерка – это номер хороший, все негативные номера, то есть
Нечетное – это позитивное, потому что нечетный номер, он предполагает перемены, да? У вас будут перемены со знаком плюс, червовая масть. Вы будете любить друг друга, у вас будет счастье, у вас будет абсолютное счастье. Очень, очень хорошая карта. Угу. Вот еще написано по-английски «The stork denotes change of residence». То есть это, скорее всего, переезд, девочки. Для многих, кто меня смотрит, будет переезд. Вы получите ключ от новой квартиры, ключ от нового дома, и будете очень счастливы этому. Чуть-чуть сдвину, с вашего позволения, чуть-чуть, чтобы все пять колод поместились. Вот такой праздничный расклад из пяти колод. Чуть-чуть сдвину еще, чтобы все-все карты поместились. Ключ от нового дома получите. Это очень хорошая карта. Трефа всегда дела. То есть ключевые дела, стабильные дела будут. Если кто-то работу потерял, не волнуйтесь, не плачьте, девочки, потому что вы найдете лучшую работу. Четыре – это стабильность, понимаете? У вас будет success. Написано success здесь на этой карте. У вас будет успех. Вы или получите ключ от нового кабинета, от нового компьютера на работе, или ключ от новой квартиры или дома. Вот вместе это ключ от дома. И мужчина, смотрите, мужчина вас очень любит какой-то. Если у вас, девочки, нет любящего мужчины, он обязательно появится. Ключевой мужчина для домашней жизни. Если вы мужчина, все переверните, ну, как бы наоборот, у вас дома сердце появится, любимое. Это очень хорошо. Эта карта сама выскочила. Вы это видели сами, девочки. Это чудо. Иногда карты толкают мои руки, сами выпрыгивают или вылетают. А эта карта вылетела. И эта карта что? 4, еще раз 4. Место силы. И 2. Тоже это сходные номера. Червовая четверка. Это любовь. Стабильный мужчина у вас появится, если еще нет. Если с мужчиной были качели, недопонимание, здесь вы стабилизируете свои отношения. У вас будет много денег, потому что рыба – это тоже деньги. Написано, что the fish is the emblem of richness. Это эмблема богатства. Это эмблема богатства. Это эмблема счастья. А вообще скажу, что рыбы – это эмблема изобилия. Канал изобилия – это когда вы получаете и средства, и финансы, и любовь, изобилие жизни. Ваша жизнь такая наполненная смыслом. Очень хорошая карта, очень хорошая. Ну а две четверки – это стабильность и в работе, и в любви. Замечательно, замечательно. Продолжаем смотреть на цыганских. Продолжаем вытаскивать карты. Что карты нам скажут? Смотрите, это карта свинка, да? И свинка всегда обозначает успех. Написано phenomenal luck. The pig, whether near or far, все равно далеко или близко от кверента, кверент. Если я раскладываю большой расклад, здесь есть карта женщины, да, в больших раскладах. Но написано или близко от вас, или далеко. Is an omen of phenomenal luck and great abundance. Phenomenal luck – это значит огромный успех, огромная удача. Огромная удача. И great abundance. Abundance – изобилие. Вот я сказала изобилие здесь по четверке червовой, потому что рыбы – это изобилие. И вышла карта изобилия. Особенно тем, кто долго стремился, и кто тяжело работал, и кто настрадался, потому что это все пиковая масть. Понимаете, написано high honor. Кто-то из клиентов вам какой-то подарок большой сделает, да, или наследство, или же выигрыш какой-то. Очень хорошо. All ambition attained. Все амбиции, которые у вас были относительно карьеры, здесь видно, амбиции относительно любви, все эти амбиции притворятся в жизнь, и вы будете очень и очень счастливы. Прекраснейшая карта, девочки. Смотрим дальше. Мужчина. Это медведь, это мужчина, да? Это мужчина, это трифовый мужчина, успешный в деньгах, успешный в карьере. Если ваш муж или партнер еще никогда не был успешным в этих всех областях, если ему еще никогда не везло, посмотрите, рыба и свинка, вот он, его портрет. И вот еще его энергетический портрет. Это его физический портрет, а это энергетический. Он будет очень успешный.
конечно, это очень успешное партнерство. Кстати, медведь это можете быть вы. Это вы как начальник, вас промоут, сделают продвижение по службе. А также это защита высших сил. Есть тотемный медведь, и он защищает очень сильно от негатива. Я возьму еще одну карту. Смотрите, еще лучше карта. Одна другой лучше. Это очень хорошая карта. Во-первых, бубен – это деньги, подарки, богатство. Смотрите, the rider is a sure sign of good news. Девочки, извините, что читаю по-английски, сразу перевожу. Это карта всадник Полинорман. Она говорит, что это признак прекрасных новостей. Прекрасных новостей, девочки. Прекрасных новостей. Очень хорошая карта. Очень хорошая. Это просто чудо, какой расклад. Я теперь эти карты оставлю здесь. И мы закончили на этих картах. Ну, не уходите, пожалуйста, весь же расклад для вас. Здесь высшие силы вам открывают ваше будущее. Потому что это не выбери колоду. Я для вас раскладываю все 5 колод. И мы смотрим. У меня есть другие видео с 5 колодами, можно найти на моем канале. А теперь, девочки, это итальянские карты. Но здесь я, перед тем, как раскладывать итальянские, хочу еще подытожить. Смотрите, перемены в доме. Мужчина получает прекрасную работу. У вас получается открытие финансового потока. Вы очень счастливы. Свинка – это счастье. Счастливы как и в партнерстве, так и карьера. Потому что медведь часто показывает успешный карьерный рост. Ну и у вас хорошие новости будут. Может, кто-то вам подарок какой-то сделает. Очень хорошие новости. Может, у вас день рождения. Потому что это такой расклад. Ну, только на день рождения можно такой великолепный расклад сделать, да? Я поздравляю вас с днем рождения. Но я хочу сказать, что этот расклад, вот, каждый день это день счастья, да? Это просто, ну, счастье вам показывает полностью, да? А сейчас смотрим дальше на итальянских картах. Первая карта. Она говорит, что у вас, может быть, кто-то в семье нуждается в помощи. В семье нуждается в помощи. Как этому человеку помочь? Вы, может быть, грустите. Кто-то из девочек, кто меня сейчас смотрит, может, грустит. Я буду эти карты, наверное, выкладывать прямо, чтобы было видно. Вы грустите. Вы грустите, печалитесь о каком-то мужчине. Может быть, у кого-то, девочки, мужчина либо плохо себя чувствует, либо у вас с ним отношения испортились. Девочки, это расклад для всех. Ловите свои моменты, как я говорю, и составляйте их в свою картинку мира. Какую картинку мира вы составите, завиртуалите, такую и будете проживать, да? Она может быть самая положительная картинка мира. Ну, а вы ловите свои моменты. У кого, девочки, есть такая проблема с мужчиной? Сейчас в этом раскладе мы посмотрим. А если у вас нет проблемы с мужчиной, может, в прошлых жизнях у вас была проблема с мужчиной, здесь нужно что-то исцелить, поэтому расклады для всех. Здесь вы волнуетесь о каком-то родственнике. Может, ваш отец, может быть, ваш мужчина. Вы глубоко переживаете о нем. Либо же с мужчиной вы поссорились, может быть, такое. Это карта друга. Друг вас утешит. Да? Первое, что я вижу здесь, друг утешит. Но здесь у некоторых девочек, может, вы подозреваете мужчину в измене с какой-то подругой. Если это так, мы смотрим. Да, у вас есть кто-то, кто не хочет вам добра. Это карта злого человека. Это карта человека, который вхож в ваш дом и думает о вас плохо, посылает вам плохую энергетику. Может, эта женщина и не имеет ничего общего с вашим мужчиной. Скорее всего, так оно и есть. Но вот она очень завистливая. И вам в лицо она говорит, что вас там любит, вот, и приходит к вам домой, даже, может, подарки какие-то дарит. А за глаза она вас очень плохо говорит. Есть какая-то у вас или родственница, или женщина. Мы посмотрим, опасна ли она для вас. И иногда итальянские карты вот показывают так четко. Вы знаете, смотрите, какая интересная карта. Despair называется, да? Чуть подвину, вам все видно, правда? Вы знаете, я бы сказала, что вы чувствуете вот эту негативную энергетику и испытываете на себе потерю энергии. Смотрите,
Это может быть какая-то старшая женщина или в вашем роду, или это может быть мать вашего мужчины, которая негативно и критически к вам относится. Это может быть какая-то старшая женщина. Может быть две, видите, и молодая, и старшая. Если бы это был настоящий друг, у некоторых настоящий друг, но у некоторых это друг, который, в общем-то, за глаза критикует вас и распускает о вас большие сплетни. Вот по карте Фоу видно, что распускает о вас сплетни. И вы, когда с этим другом общаетесь, вы чувствуете, теряете энергию, да? Я еще скажу, что есть еще пожилая женщина. Может быть, это его мать, которая вам хочет навредить. Еще вышла такая карта, которая говорит: девочки, вы чувствуете, как будто вас ограничили в каких-то действиях. Да, я буду еще брать карты, я так сдвину, потому что здесь нужно больше сказать. Я буду еще брать карты. А какая-то женщина пробует ограничить ваши действия. Она пробует вас запугать, ввести в заблуждение. Не знаю, может, раскладик вам кто-то такой сделал негативный. Может быть и такое. Кто-то пытается вас ввести в заблуждение. Получится ли у них это сделать? Кто-то притворяется. Это falseness. Это карта именно в этой колоде означает, что кто-то есть какой-то предатель. Буду поправлять, потому что нужно больше разъяснения. Есть какой-то предатель в вашем окружении. Есть какой-то предатель. Девочки, смотрите. Но это не страшно. Кто-то негативит, но он же, ну, обратку. Я уже говорила про обратку. Правда, здесь же видно, что он получит назад обратку. Но он вышел опять, этот враг, потому что он все-таки, видимо, заказывал у колдунов. И эта карта ожидания, она говорит, что вы ожидаете от этого фальшивого человека. Может быть, он вам денег задолжал, вы от него чего-то ожидаете или от нее, да? Каких-то действий от нее ожидаете. Но смотрите, этот человек вам не сможет помешать. Вот эта последняя карта, видите, здесь больше выкладывать уже нечего. Это конец расклада этого именно. Перейдем потом к следующему. У вас вот эта карта свадьбы, она очень хорошая. Смотрите, сколько здесь драматичных карт. У кого-то, кто меня смотрит сейчас, это, конечно, ваше время, да? И вы понимаете, что в вашем окружении есть два человека. Два человека. Наговоры идут на мужчину. Или же вас оговорили мужчине, да? Идет что-то, идет какой-то негатив. Кто-то даже заказывал колдунов. Я вижу, смотрите, и тюрьма, и фальшивая персона, и неприятности. Это карта Фо, означает неприятности, да? Неприятности, которые исходят от кого-то. Может, кто-то послал именно порчу на вашего мужчину. Здесь мужчина больной у кого-то. Или он выпивает. У некоторых девочки, не у всех. Или у вас, может быть, все хорошо, но где-то родственник такой был, или дедушка, или прадедушка. Сейчас исцеление идет на этом раскладе. И, может быть, вот это и является тем стопором, тем вот тупиком, который мешает вам открыть дорогу на вот это замечательное изобилие. И здесь вы исцеляете какую-то родовую травму, если у вас такого мужчины больного нет. Так что и тем, и другим девочкам этот расклад в пользу. Но у кого-то мужчина либо болеет, либо выпивает, либо на нем порча, он теряет энергию, может, бизнес теряет, дела. В общем, мужчина в тяжелом состоянии, вы видите. Но этот, что послал негатив человек, во-первых, здесь написано, что он получает обратку. Видите, как мы сравниваем расклады? Они очень ярко открываются, четко, когда мы начинаем их складывать и сравнивать, да. Что здесь выходит? Что, во-первых, обратку получает. Во-вторых, у вас открываются дороги на любовь. Здесь было четко видно. И еще карта свадьбы. Это одна из лучших карт в колоде итальянских Сибила. И несмотря на работу каких-то колдунов, они будут наказаны, а у вас все будет хорошо. Мужчина ваш выздоровеет. Если это родовой мужчина, и вы его не знаете даже, но вы подозреваете что-то, да, например, не идут дела, нельзя с любовью как-то разобраться, да, с партнерами, это, скорее всего, что вот есть родовой этот стопор, он именно в этом раскладе все исцеляется, потому что карта wedding или же свадьба, это счастливая карта. Это счастливая карта, а весь негатив уйдет. И тот человек, который негативит, или, может быть, это мать вашего мужчины, мать бывшего, может быть, или же подруга, они, конечно, делают глупость, потому что они опасную работу делают, опасно для себя. Вы под защитой. Посмотрите, что здесь было, да, и здесь. Вы под защитой. Тем более, что если бы здесь была карта негативная,
я бы не так говорила, а поскольку вот эта карта свадьбы, это счастливая карта, касается, если отношения с мужчиной, вы будете с ним вместе, кто бы там что ни делал вам, да. Также карта свадьбы, это карта хороших дел, успех в делах, что у вас будет все хорошо. А ну-ка посмотрим еще на этих картах, да. Это Таро Ленорман карты, они имеют в себе и Таро, и Ленорман, и, кстати, Сибила тоже, вот эти тоже есть карты. Так что здесь три в одном флаконе, они такие шикарные. Я сейчас буду делать на этих картах раскладик. Будем вытаскивать карты на этих. Я буду смотреть прямые, потому что здесь столько разных колод вместе взятых. Достаточно информации. Но скажу вам перевернутую тоже, раз она так вышла. Это карта суда. Это очень хорошая карта. Это возрождение карта. Да? И поскольку перевернутая, я вижу, что обратка, во-первых, пойдет всем, кто вам желал злого. А у вас будет возрождение. У вас энергия будет пополняться. Вот увидите, после этого расклада сразу будете чувствовать себя лучше. И энергия будет восстанавливаться. Здесь будет, девочки, расклад в линию. Расклад в линию будет. Будем брать следующую карту, вытягивать для вас. Что здесь выходит? Ну, любовь. У многих девочек новая любовь. Это паж любви. Новая, яркая. Это свидание. И примирение у тех, кто поссорился. Вот новый виток, хороший виток в отношениях. Карта башни перевернутая. Все враги терпят поражение. Все враги терпят поражение. Все, кто вам когда-то желал плохого, иметь вот обратка. Это, девочки, автоматом. Мы не с вами не желаем никому плохого. Автоматически. Авто значит автоматически, да. Само собой разумеется. Смотрите. Это карта Королева Меча, это вы, и она говорит, что вы здесь очень деловая женщина, умеющая здраво мыслить, все понимаете в этом раскладе, все берете, мотаете себе на ус, да, приобретаете защиту высших сил. И также эта карта, когда хорошо идут дела, когда справедливый меч. Вот есть Король Меча, это мужчина, да, он может, конечно, и нападать, и агрессивным быть, а королева, выше королева первых всегда второ. Как в шахматах, так и Таро. И Королева Меча – это женщина с мечом. Это, то есть, это богиня справедливости, понимаете? Смотрите, у кого-то из вас намечается праздник. У кого-то из вас намечается праздник, но у врагов ваших праздника не будет. Я вам говорю точно. Потому что, понимаете, что такое ваши враги? Вы скажете, окей, а у моих врагов? Ну, потому что человек, если желает другим плохого, или специально даже еще хуже, еще специально что-то делать, желать ни в коем случае нельзя, а специально сделать это с потусторонними силами связывается, и вот для них тройка чаш перевернутая, у них в жизни не будет любви, а у вас вот будет праздник, я еще возьму одну, выйму карту. Интересно, что вышел Король Меча, вот как говорили о нем, и он вышел сам. Он вышел перевернутый, но я прямого тоже прочту. Что значит перевернутый? Это означает, что мужчина с вами не будет больше ссориться. Ваш мужчина, он очень сильный человек. Очень сильный, он понял, он стал добрее. Вот перевернутый Король Меча, это мужчина, который понял свои ошибки и стал добрее. Он с вами больше ссориться не будет. Вот как карты разговаривают сегодня, да, они всегда так, они живые, карты живые. Они разговаривают, как живые с нами, девочки. А вот эти карты чисто Ленорман, мы еще посмотрим на них. Вы здесь все поняли, да, про суммирующие, девочки. У вас будет возрождение, потому что страшный суд, это когда вы получаете энергию, вы возрождаетесь, вы получаете силу, вам хочется жить, работать, радоваться. Вот эта карта возрождения. У вас будет примирение, если была ссора с любимым. По башне перевернутой враги получают полную обратку, и у врагов не будет праздника здесь, а праздник будет на вашей улице, потому что Королева Меча, женщина справедливая, это вы. И вы пострадали незаслуженно. Поэтому вам высшие силы сейчас дают подарок. Примирение с мужчиной. Или знаете, если начальник на вас ругался. Вот мужчина, Король Меча перевернут. Это когда мужчина больше не хочет воевать. Он понимает, что он не прав. Что он спылил. Он понимает, что он спылил. Да? Берем из Ленормана, будем вытаскивать. Это очень хорошие карты. Очень классные.
Медведь, и это место силы, у нас медведь уже здесь выходил, как вы видите, да, вот он, покажу вам его еще раз. Так что это место силы, девочки, в этом раскладе. Это, знаете, такой у меня традиционный пасьянс, когда схожие карты, они говорят, что именно на это обрати внимание. Так что на что вам нужно обратить внимание? Что у вас в жизни будет прирост денег, потому что медведь — это всегда прирост денег. Это любовь, это прирост денег, это мощная карта защита. Высшие силы защищают вас, высшие силы защищают вашу семью и ваш бизнес. Если вы сейчас волнуетесь о своем бизнесе, не волнуйтесь, конкуренты, я уже говорила, можно посмотреть, перемотать наперед о конкурентах, они ничего вам не сделают. Посмотрите. Кто-то вас очень любит, карта собака, кто-то готова о вас заботиться. Будет встреча с другом, с настоящим. Вот здесь было показано все фальшивое, да? С настоящим другом будет встреча. Собака — это когда кто-то вам готовит подарок. А знаете, какой самый большой подарок? Это общение, девочки, да? Это самое золото сейчас. Мы живем в эру Водолея, когда общение, информация — это самое главное. Побрякушки всякие, тядьки, это девочки, не главное теперь. Все уже, это минимализм, век минимализма. И поэтому здесь общение с другом, с любимым мужчиной, может даже вот такие близость, вы поняли, о чем я говорю, да? Звезда, карта звезда, ваши мечты будут исполняться. Но это карта исполнения мечты. Ваши мечты будут исполняться, вы будете очень и очень счастливы. Карта звезда говорит о том, что то, что для себя задумали, вот с мужчиной, может, в отношениях, может, это новый дом построить, переехать на новую квартиру или место жительства, кто-то детей хочет, вот вся ваша мечта сбудется полностью, да, полностью. Может, кто-то хочет повышения по службе, все сбудется. И кто-то очень вас любит. Потому что это компонуется с десяткой червовой. Кто-то вас очень любит. И этот человек скоро с вами встретится. Шестерка червов – это встречи. Это любовные встречи. Ну, а, конечно, десятка трев с медведем – это деловые партнеры. Деловые партнеры в доме счастья. Вот какой расклад, девочки, какая прелесть. В доме исполняется мечта. Вот точно сказала, что кто-то из вас переедет или в новый дом, в новую квартиру, в доме будет мир, защита, дом защищает, никакой негатив больше не войдет. Дом — это всегда символ защиты, стабильного положения. Это стабильное положение как в деньгах, так и в любви, очень стабильное положение. Ваша мечта будет исполняться. На карте дом изображен червовый король. Мужчина, который вас очень любит, будет у вас в доме. Вы будете счастливы со своим партнером. Ну, конечно, вот если червовый король, да еще и медведь, это и деловой партнер, и партнер по любви. Девочки, ну вот такие карты, девочки, читаю вам. Читаю грамотно, читаю четко, все как это, профессионально, да, все показываю вам. И все видно воочию даже, да, потому что карты с вами тоже без слов говорят. Итак, заключительная карта — дом, а это означает, что вы будете очень-очень счастливы. Я очень рада ее увидеть, рада очень за вас. Вы счастливый человек, это без сомнения. И теперь будет счастье еще больше. Вы энергию будете свою восстанавливать по карте дом. Вы будете сильнее. Популярный будете вы человек. Бизнес ваш станет популярный. Или ваша красота, она приумножится. И мужчина будет вас еще больше, еще горячее любить. Да? Замечательные расклады. Была счастлива до вас это все донести. По иронии судьбы, девочки, я преподаю все эти системы. Ленорман у меня самая любимая система, можно у меня обучаться и по Ленорман. По Таро Ленорман я здесь вам раскрываю секреты всех трех систем. Есть у меня уроки и по Сибила, есть по цыганским картам уроки. Есть также уроки на Таро. Таро и Ленорман — больше всего уроков. Можно у меня, конечно, найти уроки на сайте. Как на меня на сайт приходить, вы знаете, под каждым видео есть переход. И там можно поблагодарить меня донатом, если есть желание только. И возможности, девочки. Никто не должен ничего делать специально, только если есть это в кайф. Если нет возможности, девочки, не делайте этого. Я вас очень-очень люблю. Одинаково всех. Вот карты я собираю сейчас. Хочу сказать, что вас очень люблю, обожаю вас. Вы для меня — это семья.
Это моя большая любимая семья. Поэтому я для вас очень стараюсь. Раскладываю карты, чтобы вам помогать. Подписывайтесь на канал, это хорошо для вас. Пишите комментарии, я по комментариям узнаю ваши истории, больше вас узнаю, узнаю ваши предпочтения. Вот видите, колесо фортуны такое для вас. Ваши предпочтения, что бы вы хотели, да. Если какие-то вопросы есть в комментариях, я все, девочки, прочитываю от корки до корки. А на своих видео я отвечаю на вопросы. Я отвечаю на комментарии на следующих видео. Потому что вот в двух словах сложно очень ответить. Обычно на видео. И вот Таро котов — это одно из самых лучших современных Таро. Таро современное очень трудно сделать хорошо, потому что все современные Таро — это реплика Rider-Waite. Да? Учиться надо по Rider-Waite, конечно. Когда читаете современное Таро, нужно тоже учитывать Rider-Waite. Ну а эти очень приближены к Rider-Waite. Это очень сильные карты. Вот эти карты одни из самых лучших. Я бы сказала, что современное Таро очень трудно сделать хорошо. Многие карты не так, как Rider-Waite, имеют больше всего информации. Они самые сложные составляющие Rider-Waite и самые информативные. Вот слово «информативное» правильно. А вот White Cats, они практически как Rider-Waite. Такие же информативные. Здесь вот автор тонко-тонко почувствовал, и как Arthur Waite хотел, вот он здесь также изобразил, только красивые рисунки. И еще 78 дверей мне очень нравится. Если кто-то хочет купить себе колоду, вот 78 тоже очень говорящие. С любовью к вам, ваша Лена. И моя работа на YouTube называется Ко Лена, кто не знает. Ко Лена на иврит — это голос Лены. Ну, еще другие расшифровки. Мой муж Николай, партнер мой, он тоже эзотерик. Так что вот такая наша работа на YouTube. Я вас всех очень люблю. И увидимся скоро. Пока-пока, друзья.